Отче наш, ежеси на небесе, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. День в лагере «Витязь» начинается с молитвы, как и положено каждому православному христианину. В течение всего дня юные белоярцы погружены в обыденную православную жизнь. Лагерь посещают в основном дети, чьи родители являются прихожанами храма преподобного Серафима Саровского. В этой смене есть и новички. Аня Николаева закончила первый класс, о православном лагере узнала от своей бабушки. У меня бабушка вообще любит очень церковь, и она чуть не каждый день молится возле своих икон. Вот. И я тоже захотела, я такая же, как бабушка. Азбуку, я даже не знала, что такая азбука есть церковная, необычная. Вот. И тут интересно, интереснее, чем в обычном лагере. Екатерина Полевщикова – дочка настоятеля храма. С малых лет девочка приходит в храм со своими родителями. Православный лагерь Катя посещает третий год подряд. Я больше верю в Бога, я бы на другой лагерь не променяла свой лагерь, потому что я в него больше всего хожу. Как мне исполнилось 2 годика, так все, я начала ходить. Мы тут алфавит изучаем, мы ходим на разные мероприятия, мы молимся всегда. Перед едой нас учат правильно молиться, правильно ходить в храм, правильно одеваться. И всему нас тут учат. Антонина Поддубская учится в 7 классе на индивидуальном обучении. Тоня открытая и добрая девочка. Она в лагере нашла много друзей. Антонина любит спортивные игры и забавы. А еще молится за здоровье своей родной бабушки, которая ее воспитывает. Тут детей много очень. Поиграть можно с детьми, потом воспитатели очень хорошие тут. Молитвы нужны для исцеления, и чтобы Бог тебя услышал. А ты о чем молишься? О чем просишь Бога? О здоровье. Программа православного лагеря предполагает традиционно духовное развитие детей. Сегодня мы застали ребят на занятии чтения Библии. Это один из главных моментов программы. Ребята ежедневно изучают молитвенные правила и библейские тексты. Содержание Священного Писания доводится до ребят в доступной интересной форме, с иллюстрациями, видеоматериалами. Проходит знакомство детей с церковно-славянской азбукой, что подготавливает ребят к чтению молитв на церковно-славянском языке. Господь разгневался на народ и сказал: «Вы, кто видел славу и знамения мои и роптал на меня в пустыне, не войдете в эту землю, только Иисус Навин и Халев войдут в нее». В нашей программе обязательно не только утренние молитвенные правила для детей, но и еженедельные встречи со священнослужителем, с батюшкой. Священство проводит для наших детей познавательные беседы, очень интересные, экскурсии. Знакомят детей не только с устройством храма, но и с утварью, которая расположена в алтаре, которую на обычных службах дети увидеть не могут. И с одеянием священнослужителей. Рассказывают о том, почему оно разных цветов и в какие праздники, в какие дни используются различные цвета. Это очень интересно детям и обычно оставляет неизгладимое впечатление в их душах. Лагерь посещают разные дети. В течение смены ребята становятся значительно добрее и мудрее. Они учатся дружить и сострадать, делают добрые и хорошие поступки. Самая главная наша задача и вообще в течение года в воскресной школе и здесь, именно в лагере, не привить какие-то, то есть не дать какие-то знания, максимальный какой-то объем этих знаний, а просто привить элементарные, как сказать, навыки церковной приходской жизни, то есть православного христианина. Потому что, к большому сожалению, знаете, эта тема такая глубокая и долгая, но те все православные христиане, которые себя считают таковыми, позиционируют себя, они не являются, по сути дела, прихожанами и очень мало знают о своей вере, а на самом деле еще дальше говорят, ничего не знают. Поэтому вот соприкоснуть их вот с такой церковной жизнью. Программа лагеря предусматривает и физическое развитие участников смены. В спартакиаде среди лагерей команда православного лагеря заняла 3-е место. Впереди у ребят много интересного и полезного. Инна Бугрова, Петр Михалап, Белоярский. Время новостей.